Едем на рынок. Сколько? 53 рубля в месяц. В месяц? Да. За урну? Ну, за то. Да, ну за мусор. Все мусор вывозит. Кто такой? Да, мы купим мне школьную форму. Так еще рано. Когда мы... Стоим в очереди. Тут даже очереди бывают. Афоня, иди сюда. Новые, да? Даже он старый. Белые все. Они не настоящие, Афоня. Клубника? Антош, держи, пожалуйста, хорошо. Покажи Афоне. Мы уже в магазине. Все, идите, садитесь. Раз пойдемте. Все взяли. Гриша, я ее поднял! Да, мы уже приехали. Слышали, наконец-то. Все с покупками. Давайте я закрою. Ейской клубники. Да? Да? Натуральный? Только ящик почему-то с турецкими на. Чина, иди сюда, она уже с обувью. Маня, вот это надо. Так, все. Мы обедаем. Тогда я, слава богу, что я не дурак. Вишня тут как красиво цветет, и пчелки уже. Ага, дятел он видел? Где? Дуб. А, вот это? Вот это дятел. И он не дождь. Дятел, да, дыркой сделал. Дупло. Обалдеть. А он что тут прям внизу сидел и стучал? Ну да, он наверное стружит. Да, прям. Опилки. Опилки, да. Прикинь, вот это он. Так он там что, жить будет или да, зачем он его стучит? Ну хрисё этих. Черви? Червячков, да, этих. Это дерево что, пропадает или как? Да нет. Прекрасно. Вот видишь, даже тут пчелки. Вау, это круто. Он куда-то... Ты не заметила, что он куда-то вниз спарил? Все, мы собрались на рыбалку. Привет. Так, где ж, короче, первый, да? Ну да. Но видно. Море. Это не но. Это там, скорее всего, водоросли лежат. Водоросли. Сейчас, теперь сейчас держимся. Идем спускаться. Ну, экстрим. А что, это экстрим. Ну, песка сколько на здесь. Давид вообще красавчик, да? Да, камыша вообще. Ветер как раз отсюда, видишь, стиль. Угу. Поплавковую хорошо, если там ловить. Папа, а да, я помню, где вон, мы уже ты мне говорил, что вот здесь вот все было залито, мы просто руками раз взяли. Кто говорил, что здесь все тогда еще было залито. Как все красиво, везде цветочки, глянь, все желтые. Лучше, чем у тебя в палисаде. Да. Да, это так. Даже не ромашки. Да нет, это какой-то не знаю. Типа из этих... Травка. Из мышевицы. А... Вот это. Вот это да. Мол, ты представляешь, сколько здесь змей? Змей? Вот змей вообще не представляю, сколько. Змей. Вот он. Лагерь, вот он. Да? Вот он. Там он уже кто-то приехал. Он тут с точка. Вот так вот начинается рыбалка, да? Молодец, молодец, Антон.
И говорят, самые полные много едят. Я же так это самые худые переедают. Они просто не доедают. Антошка первого поймал. Покажи. Давай, ты будешь относить рыбу. Ведро неси, решу. Где ведро? Давайте ведро. У них свое ведро. Это рыба. Хороший пищадик. Он подальше, Афонь. Он покажи, сынок. Чем черный. Беленький, да? Да, а вот это вкуснее, чем черный. Да. Погоди на карту. Да подожди, надо его в водичку. Где ведерко? Минералка, я даже не знаю, где меня. Посмотри там в этом багажнике. Не, Сержуня, наверное, хочет минералки. Ну как, Афанасий, у вас рыбалка? Все, а она... сахар взяли? Нет, она и так вкусная, Гриш. Клубника и правда очень вкусная. Гриш, только руки сначала возьми, влажными салфетками вытри. В общем, я легла поспать. Проснулась уже зимой. Тут уже ветер дует, уже холодно. Я говорю, проснулась зимой, как медведь это, знаешь? Ветер поменялся, то жду оттуда, с той стороны, с берега. Сейчас с моря. Гришке там своя рыбалка, да? Змея тут плавала. Жак? Вода сразу поменялась, черная стала. А прилив, да? А, ну да, да, прибавляется, точно. А вон она, змея. Да, только подальше. Утонула. У меня уточка за что-то зацепилась. За Нептуна. Я море поймала. Все, и поплавок там остался. Рыбак наш отдыхает. Да? Сколько рыбы ты поймал? 29 рыб. Да, и было бы 30, да? Ну это всего, да? Всего в мире. Я хочу пофоткать цветочки, боже. Здесь такая красота, особенно когда солнышко садится, они как-то особенно нежные такие. Закрываются бутончики вот таких вот тюльпанчиков. Мне так нравится, они чем-то на розочки похожи. У нас сегодня ужин от Антона Сергеевича. Антон Сергеевич будет жарить.
Вот так надо наискосок их класть. Угу, так. Что мы без Антошки-то делали? Да, сынок?